Закарпатье. Есть в Украине такой судостроительный завод «Океан», который ранее строил и строит сейчас гражданские корабли, и который теперь сможет строить и военные корабли, и вот почему это важно. Так вот, на Медне стало известно, что судостроительный завод «Океан» внесен в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов для выполнения работы услуг в интересах ВМС Украины. Соответствующий приказ издан Минстратегпромом во исполнение закона Украины об оборонных закупках, сообщает пресс-служба предприятия. В частности, речь идет о строительстве кораблей, катеров и вспомогательного флота для военно-морских сил Украины, модернизацию флота и работы по ремонту кораблей ВМС ВС Украины. И, друзья, вы же все помните контракты Украины с Турцией и Британией на строительство для украинских ВМС корветов, первый из которых, кстати, уже официально заложен в Турции, британских ракетных катеров. Вот под это дело и дали соответствующую лицензию предприятию «Океан», потому как, напомним, и корветы, и катера будут достраивать в Украине на украинских предприятиях. И даже была информация, что турки выбрали тот самый «Океан». Так что, как говорил классик, все идет по плану, или, как говорил другой очень нехороший классик, верным путем идем. В общем, друзья, это, как ни крути, зачет.